Ты что, делаешь эту волну? Да ничего я не делаю, никаких волн я не делаю. Я выше, но проблем. У меня вон есть заместитель по накатыванию. Не надо, нахуй ты делаешь? Волны эти, блядь. И телевизион, блядь. Мы ж хорошо вас, блядь. Да ты ж серый, все, завязывай. Тихо, камеру мне уронил здесь. Дорогой, что, мы же хорошо воспитываем. Все, иди. Конечно, воспитываем. Все нормально, все хорошо, да. Чао. Давай. У меня там все в карманах на месте. Я тебе скажу, все, иди уже. Да. Тихо, папа, Валера, сейчас. Валерчик, я тебя умоляю. Дай подышать, Валерка. Дай бог ему, блядь, здоровья. Тихо, не матерись, не ругайся. Я что-то сказал. У меня здесь маленький ребенок, но... Он еще мало выпил, поэтому я он еще три. Не на Котевске, хуй. Что я тебе хочу сказать, брат? Да. Можно да, вас подвинуть? Не, чтобы не попадать. Надо это. Да ты не попал, никуда не попадаешь. Там никого нет, у меня можно ни одного тебе человека. Вот так подвернуть и спросить. Ну давай. Вот. Меня, да. Ну, руки вперед. Да, иди сюда. Ну, камеру не только смотрят, они еще и сидят. Иди сюда. Серега, ну в натуре, ну. Нахуй. Все. А ты спецом хочешь, чтобы мы коцали, да нахуй нам быть серенький, блядь. Да. Мы плохо одеты, но мы хорошо воспитаны. Я понял. Серега, да. Можно я как-то подружу тебе? Честно, подружись. Вась, ну ты понял. Да, как-нибудь подружишься. Давай, все, счастливо, да. Да, давай. Тебе тоже не хворать, давай. Серега, перекрываем кислород. Да, перекрываем. Я могу.